Внимание автолюбителей! В Чебоксарах на южном поселке с 15 февраля ненадолго перекроют участок дороги для ремонтных работ. Для проезда будет закрыт участок от улицы Ашмарина до рынка Хивель. Работы хоть и сложные, но вестись будут быстрыми темпами. Для производственных целей необходимо провести работы по укладке 8 пересечек, чтобы уложить поверх коммуникации, ливневой канализации, газа, водоснабжения и электричества. Данные работы проводить возможно только открытым способом, и, соответственно, движение по данному участку дороги будет невозможно. Объезд этого участка возможен по существующим дорожным сетям через Южный поселок и Альгешево, по улицам Ашмарина, Орлова и Айзмана. В выходные дни в сторону южных районов республики водители могут свободно выехать через Вурнарское шоссе. Водители отнеслись к временным неудобствам с пониманием. Ну, власти как бы предупредили, вот, извинились за время неудобства. Ну, результат виден, дорогу расширили, как бы стало намного удобнее, пробки как бы исчезли. На недавнем выездном совещании глава администрации столицы Алексей Ладыгов отметил, что надо максимально ускориться, привлечь дополнительные ресурсы и увеличить рабочие смены, чтобы завершить перенос коммуникаций в кратчайшие сроки. Александр Соловьев, Бахтияр Велиев, Республика.